Ну, как показывают предыдущие рейды, меньше пить автолюбители не стали и все так же бесстрашно выезжают нетрезвыми на дороги республики. Вообще, по информации Росстата, Мордовия вошла в тройку лидеров по продаже алкоголя в Поволжье. Это данные за минувших 9 месяцев. Их опубликовал Росстат. Первое место с приростом 37% занимает Башкортостан. На второй позиции идет регион 13-29%. Замыкает тройку Мариэл 16%. По сообщению агентства «Инфо-РМ», объемы продаж увеличились на 3% по сравнению с уровнем прошлого года. Медики отмечают, статистика – дело спорное. С точки зрения практики врача, наркологического диспансера, здесь не совсем подтверждается. Почему? Потому что в этом году действительно идет снижение количества поступлений и обращений в наркологический диспансер. И один из таких достаточно весомых аргументов является количество алкогольных психозов или неталкогольных психозов. Их число по сравнению с прошлым годом ниже. Но есть не только медицинские показатели, скажем, да, есть показатели, которые говорят о том, что количество употребления, наверное, или употребляемых лиц увеличилось по данным нашим, скажем так, коллег или близ идущих служб, да, в частности, по Министерству внутренних дел есть такая информация, что количество преступлений в состоянии алкогольного употребления увеличилось по сравнению с прошлым годом примерно около 20%. Вот, но здесь, опять же, стоит оговорить то, что в прошлом году не брали в учет или не брали в расчет, наверное, те лица, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и так как не было вменена уголовная ответственность. В этом году немножко поменялось, и, может быть, в том числе и с этим возросло количество преступлений.